Теперь о погоде. В Алматы в последние дни температура поднималась выше 40 градусов. В больницы мегаполиса обращаются десятки алматинцев, а врачи призывают соблюдать ряд правил, чтобы избежать проблем со здоровьем. Жаркая погода в мегаполисе держится уже более 2 недель. Сегодня температура чуть снизилась, было 27 градусов, но это ненадолго. Айбану Анарбаева узнала, что советуют врачи. Почти сотни алматинцев обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие из-за устойчивой жары. Это на 20% больше по сравнению с прошлым летом. В основном гипертоники, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, неврологическими, ревматическими и аллергией. Медики такому наплыву были готовы, ведь в такую аномальную жару, когда столбики термометров превышают 37 градусов, в первую очередь страдают метеозависимые люди. Изменение магнитного поля, говорю, да, это больше всего действует на головной мозг. В головном мозге у нас есть давление, внутричерепное давление. Когда человек чувствует уже сильную головную боль, в это время, если измерить, у него уже повышенное давление внутричерепное или артериальное давление. То есть в это время надо будет помогать, именно снять эти давления, успокаивать и дать покой, и объяснить, что к чему. Врачи советуют в такую погоду следовать элементарным правилам – носить одежду из натуральных тканей, обязательно надевать головной убор и пить побольше воды – не менее 3 литров в день. Сердечникам и гипертоникам стоит ограничить пребывание на улице и вовсе. Прогнозы синоптиков неутешительны. Жаркая погода в Алматы сохранится еще и в сентябре. Хотя в ближайшие сутки в городе ожидаются кратковременные дожди. Уже юго-западные потоки перешли на северо-западный холодная воздушная масса, которая опускалась с районов северного Казахстана, обусловливала ослаблению холода, и температура воздуха понизилась почти на 10 градусов. Согласно прогнозам, с 28 августа ожидается постепенное повышение до 35 градусов, а ночью лишь на 10 градусов ниже. Айбану Анарбаева, Рашид Шукуралиев, телеканал Алматы.